Готовят к лету приюты. На Поднебесных Зубьях, на туркомплексе Глухарины появится новый дом. Как только пришла весна, туда завезли строительные материалы. Доставить лес до станции Лужба можно только по железной дороге. Снежное покрывало на Поднебесных в апреле крепкое, поэтому дальше на снегоходах через мосты. Их специально возвели в 2017 году, чтобы строительные материалы завести на дальние приюты. И здесь приходится потрудиться. Накануне выпал снег. Время максимально безопасное, в другое здесь просто не проехать. Прицепом к снегоходу сани, в них балки и инструменты. Лес для туркомплекса Глухаринный. Здесь развернулась очередная строительная площадка. Для строительства нового дома у нас завезено практически весь комплект стройматериалов. Это и кровля, и утеплители. И пиломатериал весь, который мы привезли с Балыксу на платформе, и вот возим сюда со станции почти 10 километров. Здесь сейчас два действующих дома, и мы заложили третий дом, который планируем сдать к 15 июля. Туркомплекс «Глухариный» в этом году уже в третий раз откроет сезон для школьников Междуреченска. Туристический лагерь каждый год посещает 1500 детей. И вот решили поставить еще один дом. В перспективе и в дальнейшем еще как бы перестроить здесь как бы поляну. Потому что все-таки комфортнее и безопаснее будет находиться детишкам в домах. В планах у руководства Поднебесных восстановить Алгуй, один из самых старых приютов на Поднебесных. Поставят новый, в сентябре он будет готов, а в 2019-м строительство развернется на Амзасе, восстановят и Гайдаровец.